Стоит ли покупать приборы для обнаружения утечки газа? В связи с участившимися случаями мошенничества этот вопрос задают себе многие владельцы газовых плит и колонок. Все чаще в квартиры приходят люди, не имеющие никакого отношения к компаниям, следящим за состоянием домовой вентиляции, и предлагают купить приборы, которые якобы улавливают утечку газа. Приборчик такой, он в розетку включила нам, нет, вот и говорит, вот вам надо, чтобы вентиляция, когда у вас газ будет идти, будет утечка, он будет работать. Я, значит, думаю, говорю, нет, у меня сейчас денег нет, мне надо окна вставлять. Ну вот, потом она ушла, я давай звонить в Горгаз. Я говорю, вы присылали кого? Нет, говорит, никого не присылали. Мошенники представляются и сотрудниками МЧС, заявляя, что приборы необходимо установить, иначе будут приходить штрафы. Сотрудники тревожного ведомства напоминают, МЧС не берет деньги и не принуждает к установке подобных приборов. Установка любого оборудования, да, там по утечке газа, автономных извещателей, она добровольная, то есть мы никого принудить не можем. Вот, человек сам решает, установить данное оборудование в квартире или нет. Соответственно, никаких штрафов за это взиматься не будет. Кроме того, сотрудники МЧС никогда не приходят без представителей организации, которая и должна проверять вентиляцию. В этот раз проверка проходила совместно со Всероссийским добровольным пожарным обществом. Люди боятся нас пускать для проверки дымоходов и вентиляции. Наши сотрудники все ходят со служебными удостоверениями, которые заверены печатью, подписью руководителя, фотографией, и всегда готовы их предоставить для того, чтобы жители увидели, что это именно наш сотрудник. В наших объявлениях, которые мы расклеиваем на подъездах для информации, имеются телефоны, по которым жители также могут всегда спросить, кто проверяет данный дом, какая организация и что именно проверяет, какой вид работ должны выполнить. В нескольких квартирах обнаружились нарушения. Где-то вентиляция закрыта шкафом, где-то она просто забилась. Ну вот вытяжка там что-то загородила, вот когда устанавливали кухонный гарнитур. И вот коробом там этим, ну я уж как-то объяснял-то, вот. Ну устраним, конечно. Обязать убрать шкаф от окна вентиляции или же оштрафовать жителей нельзя. Приходится объяснять. Отсутствие вентиляции чревато загазованностью помещения и появлением грибка. Засорившейся вентиляции сложнее. Чистить ее станут только после официального заявления жильца. Так что людям в первую очередь самим нужно быть предельно внимательными. Дарья Тептелева, Стас Трегубов, Губерния 33.